Я скажу, да, что они сказали, что Потап, ты слишком часто используешь в нелестном свете Стаса Михайлова имя, это святое. Вот, на что я сказал, что каждый раз, когда я говорю слово Стас Михайлов, Стас Михайлов должен отложить $100, так что в течение этого репортажа где-то полторушку я заработал, ребята. А вообще мы, ну, мило пообщались, он хороший дядя на самом деле. Просто мне жалко, что до него напало столько популярности сразу. Это тяжело. Ребята, как вы относитесь к Елене Ваенге? Не знаю, потому кто что, такая. Не знаете? Нет. Она от Стаса Михайлова. Ну, в юбке, скажем так. Популярная очень девица. Ну, сложно вообще. Это шансон? Да. Вы знаете, мы сейчас полностью в драм-н-бейсе и дабстепе. Нам сложно переключаться на эту музыку. Но фамилия непростая. Ребята, вопрос про детей. Про детей это очень важно.